Больше такого не будет, то, что произошло с авиационным заводом. Взяли и передали территорию под магазины. Какие магазины? Мы не собираемся. Поэтому только производство. Да. И надо ответить на вопрос. Наши холодильники по цене проходят линейку? Нет. Почему? Давайте обсудим. Высокая себестоимость. Как технология, она еще себя не изжила или жила? Нет. Уже хорошо. Значит, технология наша современна, а что касается стоимости, давайте изучать ее. И какая линейка? Поэтому и сделали остановку, для того, чтобы осмотреться. Так а людей-то зачем увольнять стали? Вячеслав Викторович, ну они на сегодняшний день приносят достаточно серьезные убытки. Подождите, вы же руководитель, у вас еще есть там директора. Вы же видите, как у вас складываются продажи. Идут вверх, идут вниз. Вниз. Вот. Но если вниз идут, тогда надо побороться за производство, а не идти по пути, что давайте будем сокращать. Надо за каждого бороться. А так получается, мы с чем останемся? Вот с такими территориями, как Саратовский авиационный завод? Нет. И вами, директорами, которые сидели в этих во всех ЦК, КПСС и Политбюро. Вячеслав Викторович, я не соглашусь с вами. Да вы не соглашайтесь со мной. Когда вы будете руководителем и собственником перспективного предприятия, которое не будет людей выбрасывать на улицу, значит, я буду вам и почет, и уважение оказывать. А сегодня вы тот руководитель, который начали сокращать людей.